Доброго здоровья, дорогие братья и сестры, дорогие гости и подписчики канала. Сейчас я вам покажу, как же в Телеграме делать вот такие круглые видео. Нет, не записывать их, а именно делать. Из квадратных видео делать круглые. Для этого нам надо всего лишь навсего бот в Телеграме. И видео должно быть квадратным. Вот, например, как в Инстаграме. Соотношение сторон 1:1. Не в сторисах в Инстаграме, а именно в ленте в Инстаграме. Вот такое видео мы очень легко можем преобразовать в круглое. Если вдруг вы не знаете, как из видео 16:9 там, или еще какого-то сделать квадратное 1:1, то пишите, я вам помогу. И вот мы имеем такое видео, отправляем его боту, а потом бот нам отправляет уже круглое. И все, видео у нас уже есть, оно свежее, готовое, можем его отправлять в свой канал или куда нам надо. Думаю, это прикольно и интересно, потому что такое видео, если вы отправите в свой канал, оно будет как-то более живо смотреться. Я отправлю это видео в свой канал, можете зайти посмотреть, как оно там выглядит. Ну а если у вас есть какие-то вопросы, то обязательно пишите в комментарии, я вам помогу. Все, я желаю вам всем удачи, хорошего настроения. На этом канале должно уже быть 500 тысяч подписчиков, вот-вот уже должно быть. Поэтому подписывайтесь, не забывайте и об этом.